Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Рада вас приветствовать на моем канале Клубок Шоу. Сегодня мы будем с вами вязать вот такую шапочку для малыша с ушками. То есть шапочка совершенно без швов. То есть я вот здесь не стала убирать ниточки. То у нас вот одна ниточка, которая осталась после того, как мы набирали петельки. И вторая, когда я связал последнюю завязку. То есть очень удобно. Из чего я буду вязать? Я буду вязать вот из такой пряжи, австралийский меринос. Состав пряжи 95% мериносовая шерсть, 5% акрила, 100 грамм, 400 метров. Мне очень нравится эта шерсть, то есть она очень мягкая, не колется. Подходит для деток даже с чувствительной кожей. Чем мне нравится именно мериносовая пряжа, что она обладает уникальными такими способностями, что может поддерживать оптимальную температуру тела, оставаясь сухой даже при повышенной влажности. Именно вот поэтому изделия из натуральной шерсти комфортны в жару и хорошо защищают от холода. То есть вот такую пряжу вы можете приобрести у меня на ярмарке мастеров. Ссылочки я на эту пряжу, на мой магазин, я оставлю в описании. Также нам нужны две пары спиц. То есть я вот буду вязать четверочкой, это для основного полотна, и 3,5 на резинку. То есть разницу в спицах на полразмерчика. И два маркера, когда мы будем отмечать затылочную часть шапочки. Приступаем к нашей работе. Я петельки уже набрала итальянским способом. Подробно об этом способе вы можете посмотреть на моем канале. Для вашего удобства я ссылочку оставила в описании. То есть итальянский способ набора состоит из трех рядов. Вот они у меня уже провязаны. То есть край получается очень эластичным, хорошо тянется, но в то же время и хорошо сохраняет форму. То есть у меня петельки набраны. Я беру спицы вот 3,5 и ими начинаю вязать первый ряд. То есть как обычно. Вяжем резинкой 1 на 1, то есть 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Так мы вяжем резиночку сантиметра 2-3. Я провязала 6 рядов. То есть резиночка у меня получилась 2 сантиметра. Теперь мы переходим к основному полотну. Я беру спицы большего размера, в моем случае четверочка, и перехожу на платочную вязку. То есть все ряды и все петли вяжутся только лицевыми петлями. Что лицевые, что изнаночные ряды. Одни у нас с вами лицевые петли. Эту шапочку, конечно, можно связать из хлопка, из смесовой пряжи, то есть хлопок с акрилом или шерсть с акрилом, в зависимости от сезона, когда вы предполагаете ее носить. Она в любом случае будет очень удобно для вашего малыша. Вяжем мы с вами прямое полотно сантиметров 9-10. То есть продолжаем нашу работу. Я провязала 9 сантиметров.
У меня получилось это 30 рядов. То есть полотно у меня вот вместе с резиночкой 1 сантиметр. Сейчас мы с вами переходим к затылочной части нашей шапочки. Я вот здесь схематично нарисовала, что, как мы будем делать. То есть затылочную часть шапочки мы вяжем по принципу пяточки. То есть вот на этой шапочке видно, как у нас идет убавление. То есть у нас с вами набрано 60 петель. На центральную часть, на затылочную, мы оставляем 22 петли. И 19 петель у нас будет по бокам. Чтобы затылочная часть равномерно убавлялась к шее, нам надо будет постепенно убавлять петли. То есть около шейки шапочка, вот эта часть должна быть где-то около 4 сантиметров. Но у меня получается это 10 петель. То есть мы должны с вами убрать 12 петель. 12 петель, то есть это у нас, мы их уберем за 6 раз. Так как мы у нас с боков по 19 петель, значит, мы с вами будем делать 19 убавлений. Вот я их написала, что наши 19 убавлений. И вот такими крестиками я пометила, чтобы не забыть, когда нам убирать петельки с затылочной части. То есть во втором убавлении, в пятом, в восьмом, в одиннадцатом, в четырнадцатом и семнадцатом. Наше полотно. Я беру маркер один и отмечаю, отсчитываю 19 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19 петелька. Теперь центральная часть у нас с вами 22 петли. Значит, 22 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. И с другой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19 петель. Все. Мы начинаем с вами убавление. То есть первый ряд. Кромочную петлю снимаем и вяжем лицевыми петельками до первого маркера. Я довязала, маркер перекидываем на другую спицу и теперь вяжем центральную часть, затылочную нашу. То есть вот вяжем. Это наша затылочная часть. Вот наш маркер, то есть он у нас установлен между 22 петлей, это центральной части, а здесь у нас 19 петель. То есть мы как делаем? Мы центральную, это последнюю петлю центральной части. Маркер я сейчас уберу. И боковой части мы их провязываем 2 вместе. Провязали. Вязание наше поворачиваем. Первую петельку снимаем и вяжем лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. То есть вот 22 петля центральной части. Вот теперь мы боковую. Мы их провязываем 2 вместе изнаночной. То есть по лицевой стороне мы провязываем 2 вместе лицевой, по изнаночной 2 вместе изнаночной.
Для чего? Сейчас я вам покажу, чтобы у нас получилась вот такая красивая цепочка. То есть вот с двух сторон, видите, такая красивая цепочка. У нас получается, что на центральной части у нас остается так 22 петли, а боковые части у нас убавляются. То есть сейчас у нас уже вот здесь по 18 петель. Мы работу переворачиваем, опять первую петельку снимаем и вяжем все лицевыми петлями. До следующего убавления. То есть вот здесь сразу видно вот эта дырочка, которая у нас образовалась между боковыми частями вот здесь и центральной частью. Я смотрю нашу схему. То есть во втором убавлении мы должны также убавить и центральную часть. Как мы это делаем? То есть мы оставляем с краю у нас две петельки, меняем их местами для того, чтобы у нас получилась с вами вот эта красивая линия. То есть теперь мы здесь две вместе, и третью петельку мы захватываем нашей боковой части. Мы провязываем их вместе. Вот здесь видно вот эту нашу вытянутую петлю. Такая у нас получается она. Вязание поворачиваем. Первую петельку снимаем. И опять вяжем все лицевыми петлями. Эта шапочка очень легкая в исполнении. То есть, если вы умеете вязать только лицевые и изнаночные петли, вы можете очень спокойно связать такую шапочку для вашего малыша. Мы дошли до следующего убавления. То есть мы оставляем две петельки. Также их меняем местами. То есть предпоследнюю петлю мы меняем с последней. Возвращаем на спицу. И теперь мы две петельки центральной части и одну петельку боковой провязываем, три вместе изнаночной. Так, наше вязание мы повернули. У нас сейчас с вами третье убавление. То есть мы вяжем здесь, убавляя только боковую часть, не трогая центральные петельки. То есть у нас с вами вот здесь было, значит, 22 петли. Во втором убавлении мы убавили по 2 петли. У нас центральная часть сейчас с вами получается 20 петель. Первую петельку снимаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Мы с вами дошли, то есть вот это наша 20-я петля. Мы ее провязываем с боковой частью. То есть вот у нас с вами вязание поворачиваем. Первую петельку снимаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. И двадцатую петлю с изнаночной стороны мы провязываем две вместе. То есть мы также продолжаем убавлять до тех пор, пока у нас на боковых спицах не останется ни одной петли. При этом не забываем, что нам надо убавлять центральную часть.
То есть во втором убавлении у нас центральная часть будет, значит, с вами 20 петель. В пятом убавлении она у нас станет 18. В восьмом 16. В одиннадцатом 14. В четырнадцатом убавлении 12. И в семнадцатом убавлении 10. То есть вот так у нас с вами постепенно будут убавляться и боковые части, и центральная часть затылочная. Так вяжем до тех пор, пока у нас останется на спицах только 10 петель нашей затылочной части. Я закончила свое вязание, то есть у меня на спице осталось 10 петель. Боковые петельки у нас все с вами ушли. И сзади у нас получились вот две такие ровные линии. Но я решила эту шапочку сделать наизнанку. То есть мне больше понравилась внутренняя сторона этой шапочки. То есть вот почему-то мне так больше понравилось. Но это все зависит от вашего желания, как вы хотите. То есть вот у меня 10 петель на спице. Теперь мы с вами будем вязать резинку, которая будет около шеи. Не забываем сразу же перейти на спицы меньшего размера. То есть я здесь вязала четверочкой. Теперь я вот эти 10 петель переношу на спицы меньшего размера. Мне четверочка не нужна. И начинаем с вами набирать петельки для резинки, которая будет у нас около шеи. То есть, как это я делаю? Когда мы вяжем полотно, мы последнюю петельку провязываем изнаночной петлей, а первую петлю снимаем. За счет этого у нас по краю полотна получается вот такая косичка. И вот мы начнем петельки добирать именно вот из-под этой косички. То есть вот у нас эта косичка. Вот если внимательно посмотреть, здесь у нас вот такая дырочка. То есть мы петельку протаскиваем, потом следующие, и вот так набираем вдоль вот этой цепочки. То есть с изнаночки у нас получается вот такая косичка. А здесь у нас петельки. Так мы с вами вяжем. Добираем вот эти петельки по всему краю нашего вязаного полотна. Так, вот здесь и последняя петля. Последняя петля. То есть считаем, сколько у нас с вами получается. Это вот раз, два, три. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Тут у меня. Это у нас идут наши центральные части. И теперь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. Это 18 петель у нас с вами боковой части. Поворачиваем нашу работу. Первую петельку мы с вами, как обычно, снимаем и начинаем вязать резинку 1 на 1. То есть одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная. То есть вот так продолжаем вязать нашу резиночку. Теперь мы
набираем для резинки вдоль вот этой цепочки. Только мы теперь будем набирать петельки не к себе, чтобы они были, а чтобы на изнаночную сторону они выходили, чтобы у нас вот эта косичка оказалась с изнаночной стороны, потому что здесь у нас с вами будет изнанка, а здесь у нас будет лицо. То есть мы петельки будем добирать вот таким образом. Продеваем спицу, накидываем петельку, ниточку нашу, и первая, она тут трудноватая. Так, набираем и так, следующая. Вот наша цепочка. То есть мы из-под нее и достаем. Точно так же. Спица. Перекидываем ниточку и вытаскиваем. Можете, конечно, все это сделать с помощью крючка. То есть такой же процесс с помощью крючка. Если вдруг с помощью спицы вам покажется трудновато. То есть с помощью крючка намного легче. То есть вы продеваете крючок и с помощью крючка уже протаскиваете легко ниточку. И уже эту петельку одеваете на спицу. Вот следующий точно так же я покажу. Крючок. Вы достаете петельку и одеваете ее на спицу. Как вам удобно. То есть все зависит от вашего желания. То есть я вот здесь с помощью спицы мы набираем петли вдоль полотна для нашей будущей резиночки, которая будет у нас вокруг шеи малыша. Еще петелька. Наша последняя. Так, все мы набрали. То есть поворачиваем работу. То есть, чтобы не ошибиться, с какой петли начинать, то есть мы смотрим. Так, у нас здесь была лицевая, изнаночная, 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 лицевая, изнаночная. То есть нам надо вот здесь еще одну петельку добрать, и тогда у нас будет одинаковое количество. Мы добрали петельки, и теперь начинаем вязать резинку. То есть первую петлю мы снимаем, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть у нас с вами получится резиночка. Так мы продолжаем вязать резиночку, ну, сантиметра 2-3 по вашему желанию. Я провязала еще 4 ряда, то есть резиночка у меня получилась 2 сантиметра. Это вполне достаточно. Ну, можете, конечно, по вашему желанию связать ее и по шее. Теперь мы приступаем к вывязыванию завязок. Я завязочки буду вязать с помощью крючка. То есть мы первую петельку снимаем, спицы пока убираем в стороночки, и вот у нас эта первая петля будет началом нашей цепочки из воздушных петель. Мы набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ну, вот у меня получилась такая веревочка из воздушных петель. То есть я сейчас вот замерю, сколько она приблизительно у меня получилась. Ну, вот 11, ну, где-то 22-23 сантиметра. Ну, по-моему, это вполне достаточно. Ну, вы можете сделать, конечно, ее и покороче, и подлиннее на свое усмотрение. Сейчас мы с вами, не поворачивая вязание, будем на этой цепочке из воздушных петель вязать столбики без накида. То есть цепочку вдеваем у нас крючочек, у нас получается петелька, на крючке 2 петли и провязываем их вместе. Следующая петелька, 2 вместе, петелька, 2 вместе. То есть мы вяжем с вами столбики без накида. Так мы вяжем с вами до конца нашей воздушной цепочки. Сейчас я провяжу немного и покажу, что у нас с вами получается. Это у нас с вами завязочка. Осталось здесь мне несколько петель провязать. Берем нашу петельку со спицы и провязываем. То есть вот наша с вами завязочка готова. Мы петельку с крючка переносим на спицу. И теперь будем закрывать резинку, которая у нас будет проходить вдоль шеи малыша. Ну, вы закрывать можете любым удобным для вас способом. Можете с помощью крючка, можете спицами. Но я вот закрываю всегда с помощью эластичного способа. То есть, как это мне происходит. Первую петельку я снимаю. Делаю накид от себя. Изнаночная. Накид перекидываю через изнаночную петлю. И перекидываю предыдущую. Следующая петля у меня лицевая. Я накид делаю к себе. Лицевая. Накид я перекинула. И предыдущую петельку. Теперь изнаночная. Накид от себя. Изнаночная. Накид перекинули. И петельку. Так мы закрываем до конца ряда. То есть, когда у нас с вами лицевая петля, мы делаем накид к себе. Когда у нас с вами изнаночная петля, накид от себя. Так мы с вами будем закрывать до конца ряда, пока на спицах не окажется одна петля. И уже потом мы набираем цепочку из воздушных петель, как в данном случае мы делали завязочку. А потом уже на этой цепочке мы вяжем столбики без накида. То есть мы вторую завязочку будем вязать так же, как и первую. Я закрыла петельки. Вот такой у нас получился край при эластичном способе закрывания петель. То есть он такой у нас и хорошо тянется, но в то же время сразу
принимает свою форму. Связал другую, вторую завязочку. То есть наша шапочка с вами уже готова. Осталось нам с вами сделать только ушки. Для этого мы складываем шапочку. То есть вот как мы здесь с вами начали делать убавление, когда вот затылочную часть, она хорошо складывается. То есть вот получается такой ровный край. И вот намечаем наши ушки. То есть они где-то получаются раз, два, три, четыре, пять. Пять петелек в бок и пять рядов вниз. Раз, два, три, четыре, пять. То есть вот здесь у нас с вами получится такое ушко. Я его намечаю. И следующую точно так же делаю. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять. И раз, два, три, четыре, пять. То есть я его вот так намечаю. То есть у нас с вами здесь получается два ушка. И теперь мы берем иголочку. Я вот уже вделала ниточку с большим ушком. И начинаем зашивать. Кончик оставляем, мы его уберем в конце, закрепляем и пришиваем. Сначала прямо по петелькам, а потом как вот здесь у нас с вами иголочка. Немного вот так стягиваем. Сейчас мне уже иголочка не нужна. Я ее убираю. Наше ушко одно готово. То есть я здесь ниточку закрепляю. Можно еще один раз. И сразу же ее, чтобы она нам... Я ее убираю сразу же внутрь вот этого ушка. Внутрь этого ушка. То есть я вот так ее ниточку. И можно оторвать. То есть вот так. Все. Наше ушко с вами готово. Нам осталось с вами убрать вот эту ниточку. С этой ниточкой мы точно так же, с этим кончиком, ну, уже с помощью крючка можно его убрать, то есть мы его тоже в ушко. Вот она у нас там ниточка. Лишнее можно отрезать. Все, наше ушко готово. Точно так же пришиваем мы второе ушко. Мы с вами связали такую забавную шапочку с ушками для новорожденного малыша от 0 до 3 месяцев. Вот еще одна такая шапочка, только беленькая. Надеюсь, все вам было понятно. Если вдруг возникнут вопросы, то пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Также вы меня можете найти ВКонтакте или посетить мой магазин на ярмарке мастеров. Все ссылочки я оставила в комментариях. До новых встреч!